Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере на роли плей. Так, друзья, мой ник здесь Кирилл Подбулов, и не забывайте делить мой ник при регистрации. Чувак попросил подвести, но сегодня у нас будут ночные покатушки, и поедем поиграем в казино. Может быть, поднимемся, потому что бабок у меня крайне мало, 376 тысяч, и все, короче. Поэтому сейчас довезу чувака, и поедем уже в казик, и потом немножко покатаемся. Так, я чуть, короче, проехал, я думал, я вообще не понял сначала, куда он мне говорил, потому что это ж не Арзамас считается, это Арахович, или как он там называется, и грузовики стоят здесь, вот они, и типа я проехал их, ну вот, я уже довез чувака, давайте, оп, спасибо большое, нисколько, удачи тебе. Все, давай, дружище, удачи тебе. Вот, смотрите, кстати, Турех на именных номерах. Прикиньте. Давайте я тачку сейчас открою. Чувак ко мне хоть сесть. Пусть садится. Ну, Турех на блат номерах, точнее, на именных номерах, это круто. Это очень круто. Рома Крутух, привет тебе. Короче, чувак купил мне номера за 600 кредитов. Ну, я не знаю, это дорого или нет, я бы тоже себе поставил. Но... К сожалению, пока что нет бабок на киви. Так, у меня пистолет еще в руках остался. Давайте я куплю пару фишек. Точнее, 2000 фишек и 170 тысяч у меня останется. Киря. А, чувак в анонимке юзает. Давайте на него отпишем репорт. Связь с администрацией, 51. Багоюз. Казино. Анонимки. Давайте я нам репорт на него напишу. Тот чувак, походу, вообще охреневший. Блин, что-то на мелкие здесь вообще никто не играет. Чувак, кстати, админ начал следить, но чувак уже нимки не юзает. Ну, ладно, пофиг. Короче, я устал ждать. Короче, давайте сами будем кидать ставки. Только кому бы кинуть? Вот, мадамстве, давайте, может, ей на косаре кинем хотя бы. 201. Неизвестная команда. Как тут, блядь? Просто посмотреть заявки. Пример. Блядь, что за херня? Блядь, что за... Стол для игры в кости, ну. О, вот, можно заявки посмотреть. Так. 500... Это какая-то дичь, пацаны. Походу казино обновилось, блядь. Я не знал. Лол, я тупо стоял. Так, и чё? Чё, кто выиграл? Так, стоп, я запутался. У меня было 2000 фишек. Сейчас у меня... А, я выиграл? Ёпта. Так. Давайте посмотрим. Вон, на косарь чувак играет. Давайте. Блин, тут непонятно, как выигрывать. Так, я слил. Окей. Блин, тут как-то много сильно заявок. Давайте вон на 1500 сыграем. Нет мест. Окей. Так, посмотри заявки. Ну, видите, только на 5000 играют. Ну, странная система, не знаю. Я хз. Я реально хз. Во, я создал заявку, короче. Окей. Ну, сложная, конечно, какая-то система. Хоть бы писала, типа, и ты выиграешь или не выиграешь. Я просто хз. Ладно, давайте на сотку рубанем. Хрен с ним. А то просто стоять тоже не по приколу. Ну и кто выиграет? Ничья. Ну и кто выиграл? Ничья. Окей, окей. Так, посмотреть заявки. Видите, все большое просто. Я создал заявку, никто не хочет на косарь. Так, вот 250, давайте. 4, 5.
Я солю, по идее, да? А выпало 2-4. Ничья. Да ё-моё. О, на 2000. Давайте уже ва-банк пойдем, короче. У меня что выпадет? Дима, я... Короче, я просрал, да? Да. Все, можно отсюда уходить. Потому что я тупо все слил. Бля, кто-то, короче, мою тачку еще спиздил. Охуенно просто. Великолепно, блядь. Оказывается, чувак девятка, полковник. Блин, я даже не знал. Лол. Бэф, короче, i8 мы спиздили. Ну ладно, похер. Зато тут можно купить. Ну блин, я не знаю. Сейчас x3 и завтра. Ну хз. У меня пока на Киеве бабок нету. Я сегодня все снимал, короче. Я думал задонить, но потом, блядь, в игру донить как-то, блин, такое. Я уже столько бабок на родину задонил, поэтому не особо и желание донатить. Он вчера, типа, Кена принял в ГИБДД. Ну, блин, я тоже пошел бы, но надо ВБ. Чтобы даже, по-моему, пожарникам работать, надо ВБ. Батя, конечно, водила. Просто Ярик отдыхает. У меня шары в воздухе были. Что? Именно что Ярик, да. Ярик водила еще тот. Я тут вспомнил, что есть квест на 9 мая. Я хз, их убрали или нет. Надеюсь, их не убрали. Так. О, во. Викторина есть. Давайте. Пора прощаться. День Победы. Так, награды, заполнение. Очень замечательный день. Окей, все, надо цветы положить на вечный огонь. Давайте поедем, я думаю, этим займемся. В принципе, да. Потому что я квест не проходил, и я вообще не знал, что они есть. Я тоже в Океника увидел видосик и узнал, что квесты есть такие. Только что, короче, моя i8 поехала с прибитыми колесами куда, чувак. У тебя что, на гидравлика без? Че, у меня без гидравлики? Так, стоп, не в бар, 24/7 нам нужен. Цветы надо купить. Надо купить цветочки. Так, купить разные и цветы. Все, погнали. Так, давайте возложим цветы. Конечно, поздновато это делаю, но... Ладно, ничего страшного. Все, я положил. Теперь вы можете завершить квест «День Победы». Надо на метку будет ехать. Я так понял. Ладно, погнали тогда, я квест завершу. Так, давайте завершим квест. Что-то немного поставил штамп в нужном месте. Случайно бин, походу, включу. Так. Все, я выполнил. Просто заебись. Ну что ж, я думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, заходите играть на родину. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.